Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Значит, сегодняшнее видео по проекту Fast Moving. У меня хорошие новости. Они запускают, друзья, матрицу. Матрица в юе, ну, в долларах и в рублях. Как инвестиционные пакеты. Значит, смотрите, у матрицах матричная программа «Миллион». Матрицы приобретаются в порядке возрастания. Любая из матриц активируется лишь один раз и работает вечно. Награда всегда после закрытия второй линии. Это у нас 4 позиции. Так, также работает перелив. Если нет следующей матрицы, произойдет автоматическая активация. Если есть, будет денежная награда на баланс. После каждого закрытия происходит автоматический реинвест под куратора. Прямые рефералы попадают в структуру куратора, но могут обогнать, если у куратора нет, так, если у куратора нет матрицы. Они могут попасть куратором от 2 до 7 уровня, согласно сетевой иерархии системы или на первое свободное место глобальной структуры. Прямые рефералы вернутся к куратору на реинвесте, если куратор уже будет в матрице. Любая активация реинвест, автопереход, покупают пассивный пакет в системе Fast Moving и продвигают ее. Ну вот как-то так. Значит, пройдя 12 шагов, участник получает более 1 миллиона рублей-долларов и много пассивных пакетов, как в рублях, так и в долларах, без учета реинвеста. Значит, есть PDF USD, PDF рубли и также на английском языке, если кому надо. Значит, и пишут, матричный маркетинг доступен к активации. И что у нас здесь? У каждого есть 24 часа для принятия решения и активации нужного количества матриц, после чего будет произведена расстановка, и партнеры могут попасть уже к другому человеку по реферальной структуре. Рекомендуем активировать максимальное количество матриц в долларах и рублях. Если рубли более доступны, то в долларах очень большие доходы. Нет возможности активировать сразу несколько, ничего страшного. Вводите хотя бы на первую и двигайтесь автоматическими переходами, чтобы не потерять своих партнеров. Значит, что у нас? Здесь у нас, смотрите, у матрицах кликаем и доступна вся информация. Здесь у нас пакеты вот эти инвестиционные, как в долларах, так и в рублях. А здесь у нас матрицы в долларах и в рублях. Значит, мой кошелек. Сейчас посмотрю, сколько у меня там денег. У меня 314 рублей на балансе и в рублях. В долларах у меня мало. Так, мои что? Матрицы рубли. Буду активировать, насколько мне хватит денег. Вот они. Опускаемся ниже. Смотрите. Минимальная матрица стоит всего 10 рублей. И далее идут автопереходы. Не обязательно пополнять там и 26 рублей, 58. Не имеете возможности. Просто 10 рублей. И там у вас пойдет автопереход. Ну, у меня достаточно как бы там денег, чтобы активировать несколько матриц.
Так, значит, мне доступна первая матрица. Вот. И кликаю. Нажмите на кнопку с желтым символом. 10 рублей. Перейти я не могу. Видим, да? Успешная активация. Матрица 1 рубль скоро будет занесена в структуру. Возвращаюсь к матрицам. У меня загорелось зеленым. Я активирую вторую матрицу. Она идет 26 рублей. Также я активирую. Возвращаюсь. Видим. Третья матрица. Она стоит 58 рублей. Кликаю активировать. Возвращаюсь вот здесь внизу. Главное меню к матрицам. Так. Далее. Четвертая матрица у нас стоит уже 134 рубля. Я активирую четвертую к матрицам. Так, и у нас четвертая, нет, пятая матрица 322. Мне уже она будет не так недоступна. Так, мой кошелек. У меня 86 рублей. Все. Эти деньги я могу как бы уже поставить на вывод. Значит, что еще я хотела посмотреть? Так, матрица USD. Давайте посмотрим. Ага, матрица USD здесь от 10 долларов. Далее 26. Ну и все как в рублях, только в долларах. Вот. Ну вот как-то так. Активация пройдет, друзья, завтра. О, как бы расстановка пойдет уже мест. Сегодня мы только активируем места. Вот где-то у меня там была информация, но она вверху. А где она? Вот. Это не то. Так. Ой, я фиг найду. Так. Я все тут все смотрела, изучала информацию. Сам сегодня с утра у меня была информация здесь. Что найдешь? Сейчас, ребятки, промотаю. Так. Да. Не найти мне. О матрицах. Сегодня идет, вот я активировала матрицу, а завтра она уже стартанет, по-моему, в 12:00. Хотя это все инфа. Ага, вот информация, по ним можно изучить в пункте о матрицах. Так, активацию включим 25 апреля в 12:00, то есть это сегодня. А расстановку включим 26 апреля в 15:00 по серверному времени. Расстановка по дате регистрации для сохранения реферальной иерархии по 7 уровням. Ну и все такое. Есть чат, новости и живая статистика. Ну вот как-то так. Кому интересно, заходим. Друзья, не интересно, проходим мимо. Ну, вывод я показывала, и, естественно, свои результаты, когда будут, я это все запишу видео и вам покажу. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!